Из-под завала в жилой пятиэтажке, рухнувшей в Индии, извлекли живым ребенка. Спасатели обнаружили 4-летнего мальчика спустя 20 часов после обрушения. Общее число спасенных превышает 70 человек. Мы только что спасли живым ребенка и извлекли из-под завалов тело одного погибшего мужчины. В целом число погибших достигло 13 человек. Еще нескольких местных жителей продолжают искать. В доме было более 40 квартир, в которых проживало около 200 человек. Мы будем продолжать спасательную операцию, пока не убедимся, что никого не осталось под завалами. Потом экскаватором уберем все обломки. Жилой дом обрушился около 6 часов вечера в понедельник. Перед этим он какое-то время трясся, и некоторые местные жители успели спастись самостоятельно. Я взял 6-летнего ребенка и понес его на дорогу. Я пытался вернуться в здание снова, чтобы еще кого-то спасти, но оно рухнуло. Когда я пытался убежать, мне на ногу упала железная балка. Трагедия произошла в промышленном городе Махат в штате Махараштра, примерно в 160 километрах южнее Мумбаи. Дом был сдан в эксплуатацию в 2013 году. По словам очевидцев, он сложился как карточный домик. Почему, пока неизвестно, однако подобные проблемы в Индии не редкость из-за некачественного строительства, особенно в сезон дождей с мая по сентябрь. Свои соболезнования в связи с гибелью людей выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Причины обрушения здания обещают расследовать.